останавливаем. Мы с мамой поговорили и решили, значит, не оставлять вот эти семейные реликвии дома только для себя и для будущих своих поколений, своего поколения, внуков, правнуков, а чтобы, ну, и другие люди могли, значит, узнать о его подвиге, о его жизни. Всего по акту сдачи принято в музее 25 названий ценностей, составляющих легенду партийного, ратного и трудового подвига ветерана партии, ветерана войны и труда, коммуниста со стажем пребывания в КПСС 50 лет Волобуева Демьяна Ивановича. И в настоящее время в школьном музее сохранены две фотографии Волобуева Демьяна Ивановича, удостоверение о награждении его орденом Отечественной войны первой степени и удостоверение о награждении медалью 50 лет КПСС. То есть только два удостоверения сохранены вот в этом музее школьном уже, а ни одного ни ордена, ни медали нет. Люди с годами собирают, это же не для себя делали, это делали для тех, которые вот подрастают ребятишки, что это было. И не дай Бог тому, что это, говорится, было, видеть это, знать им. Это я не согласен с этим, с тем, что это, говорится, и осуждаю. Уж кого-кого нашего акима Сатымбаева Екатерину Александровну, очень осуждаю за то, что так плевательски отнестись к, собственно говоря, к участнику войны.